Арчи? Арчи, жарко. Сегодня у нас 23 градуса. Тепло, хорошо. Наконец-то, блин, лето пришло. Мы собираемся. Здесь у нас пункт отправления. Сейчас надуем лодку и поплывем. Готово? Ты снимаешь? Да. Вова, насос, зеленая вот эта сумка. Ай! Стой, стой, дай сюда. Дай сюда. Отдай. Арчи. Арчи. Стой, фу, дай. Ну что, отправляемся в путь. Наконец. Все собрали. 8 число. 20. 20 мая. Во. Оп. Все, погнали. Арчи. Это я. И сюда. Нет, этот черок, что ли, либо кряква, либо черок, что-то не вижу, отсвечивает. А там дальше другое. Да, на луток похоже. Сейчас снимаю. У нас привал. Все, остановились на привал. Природа. Вон, кстати, начинается таежная часть лес. Смотри, какой там лес. Угу. Что ты можешь? Что ты можешь? Иди попей водичку. Погода просто отличная. Такую я люблю. Паркур. Паркур. Да.
28% всего здесь. Батарейки есть заряженные. А мы плывем, мы плывем. А когда на эту камеру делать, маленький мы уже давали на море снимать. Пипец, просто мне ни одного кадра, по-моему, не ставили. Там все вот так вот, прям будешь смотреть, то шить буду. Это я там бегал все вот так вот. Так. Перерыв небольшой. Пришвартовались. Сейчас там за поворотом будет снова ветер. Надо немножко отдохнуть. Фу. Че, опять перекус? Ну хотите перекус, можно по шоколадке заточить. Давайте по шоколадке. Ну все. Тут глубоко. Арчи счастлив. Куда лезешь, блин? Иди. Что земля наконец-то. Запрыгнешь. О, я себя вижу. Фига себе. А кто-то? Кто-то? Тихо, вон они, вон они, вон они. Вова, не тихо. Эх, блин, Арчи испугал. Но все-таки были, видишь. Может, все сидят. Благодать. Вот ему классно. Красавец. Ой, красавец. От нее чистится. Блин. В чем я завалюзюкался там? Чистится. Все, поплыли дальше. О, мутно. Блин. Че? Липтон забыл? Липтон-то забыл. Ну. Ты я сейчас сказал, где. Так, возвращаемся за Липтоном. Колы уплывают. Ну вода, конечно, ни хрена не теплая. Ну блин, еще не лето. А мы не только плавали вроде? Нет, там там очень много воды. Вон они. Кто, утки? Да, уток здесь летает дофига. Так, ну там кто сидит? Серенькая. Так это есть, по-моему, крох или кто он? Блин. Thank you.
по-моему, так называется. Арчи берег, да? Все, Арчи, земля, можешь выходить. Все, Арчи, выходи. Выходи. Ну, так, наверное, лесок неплохой. Так, сейчас попробуем. Что, подтягивать? Да, все. Давай еще чуть-чуть. Новое место, здесь еще не были. Ну, еще мы точно не знаем, будем ли здесь ночевать или нет. Останемся мы здесь или нет. Короче, если рыба ловится здесь нормально, значит остаемся. Если нет, то едем на свое место. Вон тот лес, там посмотрите на лес. Я, наверное, штаны одену, сейчас в лес пойдем. Штаны? Угу. Не, а так, конечно, прикольно. Обследуем новую область. Если вы проверите, что там какая-то зеленая штучка, сейчас тоже проверяю, что это такое. Ну, что это? Не знаю, не знаю. Нужно какую-то пристройку. Необычно, не знаю, что. Шкафчик. Это вообще памятник. Да. Да, памятник. Ну, короче, я узнал, что это. Это памятник. Памятник? Да. Кому? Не знаю, там звездочка нарисована. Сейчас пойдем посмотрим. Идем смотреть, что там за зеленая штука. Вова сказал, что там памятник. Что, правда? Офигеть. Только ничего не написано. Понимаешь? Да. Да, если что, вы понимали, мы хрен знает где. Ты еще поставил памятник сюда. Ну, здесь раньше было, типа, рыбацкие угодья, контейнеры старые. Там вот есть там землянки, где, когда-то есть видео, где я снимал. Старый землян. Может быть, здесь кто-то что-то и был. Блин, может, вы умер здесь, похоронили, не везли, не везти же. Какие... Ну, советские времена, когда только осваивали земли. Может. Тут везде все вообще. Короче, лес не очень. И что, да. Это все идет? Вот там идет и идет? Идет и идет, сколько видно, да. Нифига себе. Не, тут все, короче, заросло. О, там офигеть. Еще, там еще вниз все пошло, но там, скорее всего, такая же земля. Это что ты говоришь? Почь. Ну, он растет, когда затапливается, да места? Да, здесь затапливаемые места. Что это пролетело? Ты сняла? Ну я сняла, конечно, тут плохо. Че, определил? Да, вроде. Правда, тут по-английски. Ничего не видно, все равно все отсветит. Не видно? Ну потом покажу, кто это пел. Ничего пишет. European Peant Flag Chair. Ну вот это нужно переводить на русский, кто это. Какая-то черненькая птичка. Это не та, которая вот сейчас мы увидели? Нет, это помельче. Помельче? Вот, короче, сейчас видно? Нет, не, нет, не видно. Потом, короче, покажем все это. И покажем приложение, кстати. Очень... А я его в ВКонтакте в группе выложил. Кто в группе ВКонтакте подписан, тот уже приложение-то знает.
О, жарко тебе, да? Жарко. Скажи, тебе все нравится в этом походе? Или ты домой хочешь? Домой. Не привыкший ты, не привыкший к лесу. Ты же охотничья собака, а? Охотничья. Норковая. Норковая? Норная собака, Вова. А? Норная. Слышал, да? Не, норковая. Норковая? Норковая. Ты у нас норковый пес. Короче, это место не подходит для ночлега. Решили поехать на проверенное место, на наше озеро. Арчи, садись. Куда ты полез? Сюда садись. Ну садись, не в лужу. Да-да-да-да, садись. Да, да. Сюда, дырочку. Арчи, в норку, давай, ныряй. Ныряй в норку, ныряй в норку, ныряй. Арчи. Давай, голову вот так вот, туда, давай, 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 давай. Давай, давай. Что тебе через силу все нужно? Все, молодец. Хороший мальчик, да. Все, молодец. Все, я сажусь. Сейчас. Садись. Да? Нам просто прямо или потом куда свернуть? Пока прямо. О! Чуть не прыгнула к нам на байдарку. Наверное, только заходит сейчас, еще не знаю. Если, наверное, воды там нету. Опа! И что делаем? Что делаем? Разворачиваемся там другой не посмотрим. Ну давай, разворачиваемся. Всем осматривает лес. Сейчас папа куда туда ушли далеко. Я пошел за камерой снять. А тут колючки. Ой, красиво. Здесь, смотри. Здесь, конечно, лес получше. А вот этот дерево, этот красный, о, кто-то полетел, кто-то, не успел.
такую погоду костер без присмотра не оставляем. Лучше вообще не разжигаем. Но мы очистили все, убрали всю траву. Все листья все убрали. Будем смотреть, так что под присмотром. Безопасность прежде всего. Вот такой вот супер... Первый улов, кстати, за этот год. За этот год? А, ну да. Вот такой плотвичка. Ну, повернись, блин, хотя бы вот так. Тихо, тихо, тихо. Ну, это мы, естественно, отпустим. Эти там сидят, ждут нас на берегу. Вову колыбель ты, поют Арчи. Опа, давай снимай. Вот побольше. Тоже плотвичка? Да, тоже плотвичка. Побольше уже. На солнце, блин. На солнце блестит. Я тебе могу туда ее кинуть. Нет, все нормально. Все? Ну ладно. Зато руки не пришлось мать. Бедненький, устал. Устал. Это просто походная же, да? Ага. Как Лена сказала, смотрите, и желтенькая делается, беленькая. Ну, пить чисто напрямую не рекомендуется, но мы фильтруем. Я иногда пью на свой страх и риск. Но лучше, конечно, прокипятить. Потому что, по сути, он микробов не убивает. Очищает. А почему же тогда пьешь? Да потому что концентрация микробов, если бейся, она очень маленькая. Ну, я так думаю. Добытчики бревен. Чего довольна такая? Ничего. Там комары. Вы еще и принесли мне комару. Ну сейчас улетят. Я уже оделась, потому что комары, да? Комары достали. Что-то рано они повылазили. Кстати, сначала уже сфотографировался в футболке. Ну, завтра тогда уже, что муж сказал. Солнышко садится. Ну, вот такой ужин нас ждет. Все, тут Вова уже он спит. Не холодно? Комар залетел. Уже нет. Все, давай, спи.
Вон он. Да, это коршун. А, вот что они, короче, они с коршуном тут воюют что-то. Короче, вот такой у нас завтрак. Походная лапша, стандартная. Доширак, какое-нибудь мясо, можно колбаса, хоть чего угодно. Тут тушенка белорусская, сыр, главное блюдо. Ну и все. Я с майонезом, а не без майонеза. Главный ингредиент. Вот, да, главный ингредиент. Во. Что? Глаза открой, блин. Спишь. Арчи? Это я с добрым утром. Мы еще не взяли, да. Кого ничего не взяли? Чай не взяли же. Почему? Взяли? Взяли. Ты хочешь горячий шоколадку? Ты... Нет. Не хочешь? А что это так? Я доширак поел, а там еще объели с этим. Коршуны летают над нами. Что происходит? Посмотри на него. Арчи, ты где был? Привет. Это что такое? Это маскировка у него. Маскировка? Классная маскировка, да, у тебя класс. Кедровка. Угу. Ну да, на солнце, конечно, ничего не видно. А, кстати, я вам гнездо не показывал. Прошлогодний, кстати. Ты уже посмотрел? Да. Подождите, да? Я не смогу сфоткать. Смогу сфоткать, но... Нет, я могу. Подожди, ну не трогай только. Это кап. Здесь сувель, а это кап. Кап намного реже. Ценится у этих, которые ножи делают, ручки красивые, когда отрезают, там красивая структура. Это знаешь? Это? Да. Мох. Какой? Лишайник. Нет. О, мох и лишайник — это разные вещи. Ну. О, он сухой. Он обычно влажный. Потом будет, сейчас сухой. Это ягель. А, который лоси. Блин, он. И лоси, и олени. Угу. Он такой ломкий. Мы когда с Сашкой здесь осенью были, летом. Угу. Он влажный, мягкий такой, как губка. Его ну, можешь... не ходи по нему, не ломай его. Его можешь трогать? Да, потрогай, только не ломайте. Какой хрупкий. Да, а когда он сырой, он такой мягкий-мягкий. Как мочалка? Как, да, как губка. Тогда старайтесь по нему не ходить, обойдите. Хорошо. Ну, так вот тут есть можно вот так вот. Сверху. Правда, она сухая. Сухая? Ну, а вот не сухая есть. Не, она сухая, попробуй. Ладно. Вытушься. Поверь на слово.
дышу, мил мне свежий воздух. Этот лес прекрасный такой, величавый. Он добродушный, светлый и в то же время грозный. Завороженный лежу, а он наводит чары. Птичьи пения, шум листвы, шорох в траве. Он мой друг душистый, мне тут спокойно. И я сам уже вечерний в голове. Благо душевного и доброты полной. Здесь я отбросил время и отбросил бег. И слышу вдалеке, как течет ручей. Я снова чувствую, что я человек. Веду с лесом беседу, без слов и без речей. Солнце играет бликами сквозь зелену листвы. Моя улыбка и взгляд через пространство, их небо ветром стать, чтоб волновать цветы и навсегда остаться в этом прекрасном царстве. О, вот она, землянка. Это местная достопримечательность, я всем ее показываю. Ты знаешь, что такое землянка? Это типа строение, дом, который в земле вырытый с крышей. Видишь, он печка какая, смотри. Ну это сколько лет назад? О, я когда тут нашел несколько 10 лет назад, и она уже была в таком состоянии. Это я не знаю, сколько ей лет. А кто здесь, ты говоришь, жил? Типа охотники это? Когда ханты здесь были, в те времена, в старые, там начало 20 века, точно. Здесь было. Как он, рыбацкое, рыбачье угодье, как правильно сказать. Угодья, короче, были. Арчи. Потом здесь, вот я не знаю, кто это, какие-то геологи или кто здесь обосновались. В советские времена. Там, кстати, вон памятник, который мы нашли. Может, тут, я не знаю. Ну, нормальная такая землянка была, добротная. И там еще есть места, где видно, что что-то были какие-то сооружения. То есть тут было что-то. В какие времена, не знаю. С металлоискателем здесь не ходил? Нет. Кто там, Арч? Кто там? Кто там? Или ты так для профилактики? Сейчас пойдем посмотрим. Короче, эта землянка это была первая достопримечательность. Вторая достопримечательность. И очень радует, когда ты идешь обратно. Просека. Просто идешь по просеке. Ну, вы полностью лес обходили, да? Ну, на 90%, 95%, наверное, ходили полностью. И все, и выходим обратно на берег. Ну, просека уже заросла, ну, зарастает потихоньку. Так, ну все, собираемся домой. Палатку собираем, тут рюкзаки Вовины мои собраны. Осталось собрать Венин рюкзак. Все. Ну? Че, ну, все? Ну, говори. Мы домой. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Все, мы собрались. Все, сколько нам по времени примерно, если все нормально? Часа 4, если все нормально. Может, 5.
сидеть. Сидеть. А, ну она прям близко. Ох ты. Да, у нее длинные клеи. Остановились мы на привал. Полпути, наверное, пройдено, да? Ты, Митик, что? Пройдено полпути. Да, половина пройдена. Вот, нашли кап. Кап больших размеров. Я не знаю, тут видно, что он большой. Надеюсь, что понятно будет. Ну, фотки сделали. Ну что, перекусываем? Да, давайте покушаем. Чай его удачаем. Папарацци. Арчи. Все, мы перекусили. Плывем дальше. Плывем дальше. Это, похоже, не орлан. Надо смотреть. Мне кажется, это... Мне кажется. Ну, либо очень старый большой коршун какой-то. А это его внизу? Где? Вот это маленькое? Да. Да нет, конечно. Такого не греби. Коршун. Ну, я такой большой. А там не видно, кстати. Или видно? Ура, привет. Мы доплыли. Тихо. Арч, подожди. Арч, стой. Все, прыгай, прыгай, прыгай. Все. Сколько время говорит? Время без пяти... Пять. Пять? Три с половиной часа. Три с половиной часа. Ну, по течению большую часть. Небольшие отрезки, которые без течения были. Небольшие кусочки с небольшим ветром навстречу. Ну, короче, нормально. Все? Че? Все? Че, наши выходные закончились? Да. В принципе, мини... Видео буду выкладывать в первую очередь где-нибудь ВКонтакте, короткие. Поэтому подписывайтесь ВКонтакте. Там много интересного. Там много есть, которого не выкладываю я на Ютубе. Есть там много всего интересного. Ну все, всем пока. Всем пока. Пока.